Ну что ж, а мы продвигаемся далее. Приглашается Республика Таджикистан. Вадилов Фаридун. Приглашается его соперник, команда Кыргызстан, Джумабек Оло Актылек. Итак, справа от меня боец из Таджикистана, бойцовский клуб Evolution. Его рост 183 сантиметра, вес 77 килограмм. Чемпион Таджикистана по вольной борьбе. Неоднократный чемпион Таджикистана по боевому самбо. Мастер спорта по боевому самбо. 4 победы и ни одного поражения. Фаридун Вадилов! И его соперник, команда Кыргызстан, спортклуб «Боец». Рост 83 сантиметра, вес 77 килограмм. Чемпион мира WF. Победитель турнира WF 1 и 3. Пятикратный чемпион Кыргызской республики. Чемпион мира по нагогрэплингу. Чемпион Азии по нагогрэплингу. Чемпион Евразии. Серебряный призер чемпионата мира по грэплингу. Мастер спорта по боям без правил. Джумабек Оло Актылек! Первый раунд. Thank you.
На награждение приглашается председатель Государственной налоговой службы, почетный член Федерации ДАБЛЫЕВ Осмонов Замирбек. Также генеральный секретарь Федерации ДАБЛЫЕВ Осмон Олу Даниэль. Генеральный директор Family Village Джар Мухамедов Сухраб. В первом раунде за 2 минуты 52 секунды с техническим нокаутом победу одержал Джумабекулу Ахтылек!